Если на крупных турнирах, в том числе и в борьбе за шахматную корону, мы привыкли видеть многочасовые противостояния, то тут все гораздо проще. Каждому игроку на партию выделяется по 10 минут и дополнительно 5 секунд за каждый ход. А значит, у участников турнира попросту нет времени на долгие размышления. Да и сами шахматисты в силу своего возраста еще не привыкли к многочасовым нагрузкам. Сколько тебе лет? 9. Вот скажи, пожалуйста, давно ты занимаешься шахматами? Кто тебя привел сюда? Ну, где-то год занимаюсь. Всего год? Чуть побольше года. На турнире принимали участие ученики начальных классов. Юные шахматисты играли по швейцарской системе. В каждом туре играли спортсмены с одинаковым количеством очков. Ну а для школьников этот турнир был прекрасной возможностью не только поиграть в шахматы, но и просто провести время в кругу ровесников. Хотя о спортивном азарте никто не забывал. Я пришел сюда, чтобы победить. В шахматах что важнее, быть умным, да, или быть сконцентрированным, внимательным? Умным и внимательным. Умным и внимательным. А что важнее? Умным. Посостязаться в турнире мог любой школьник. Желающих принять участие оказалось более 100. Подробнее о поединках юных шахматистов на турнире «Рождество-2017» расскажем уже завтра в нашей спортивной передаче «Танец Орла». Будамон Койфер, Риши Баганов, АТВ.